Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с таким вот самым простым, самым дешевым клеем ПВА. 2 килограмма за 210 рублей. Если же вам, конечно, интересно, что мы сделаем, сегодня сделаем пластик из него, попробуем. Так что, если интересно, давайте посмотрим ролик. Всем приятного просмотра, поехали! Друзья, ну как все многие знают, что клей ПВА в основном 85-90% состоит из поливинилацетата. Ну и там клей всякие добавки. Вот мы посмотрим. Первым делом мы сейчас его хорошенечко встряхнем. Возьмем с вами один пластиковый стакан. Как видите, слышали, да? Открываю при вас. И наливаем нашу субстанцию, такой густоватый клей. В другой стакан нальем теплой воды, градусов 50-60. И возьмем обычную поваренную соль. Насыпем в такой степени, чтобы она у нас не растворялась. Ну, как можно больше. И хорошенько перемешиваем. Добавляем в такой степени, пока соль не будет в осадке. Ну все, уже в осадок выпало, то есть дальше не растворяется. Раствор у нас насыщенный, солевой. Друзья, делаю первый раз, пробовать будем вместе с вами. И теперь наливаем клей ПВА. И потихонечку начинаем перемешивать. Вот так он сейчас выглядит. То есть внизу у нас вода, все в хлопьях. Вот так он начинает выглядеть. Потихонечку его разминаем. В одну кучку сгоняем. Как бы выжимаем. Вот у нас, видите, уже такая вот субстанция получается. Теперь как бы выжимаем. У нас вот такая вот непонятная субстанция, на что она напоминает. На творог какой-то. Но это опять же эксперимент. Попробовать, посмотреть, что из этого получится. Чем лучше мы выжмем, тем быстрее он застынет и меньше пор внутри будет. Творожная масса получилась. Она совершенно, видите, к рукам не липнет. Так, ну давайте оставим теперь его сохнуть и посмотрим, что из него получится. Друзья, ну вот прошло у нас 24 часа. Получился вот такой вот квадратик. Он немножко пористый. Сейчас попробуем одну сторону его на наждачной бумаге шлифануть. Как видите, хорошо обрабатывается. Ну, внутри он слоистый. То есть, видно. Либо я его не хорошо, его, может быть, надо было прессовать, может быть, что-то. Может быть, конечно, как идея для чего-то и пригодится. Но как серьезный пластик его воспринимать, наверное, все-таки нельзя. Но в любом случае, любой опыт – это опыт. Чтобы вот никто не вводил в заблуждение, что будет какой-то прям жесткий-жесткий пластик. Нет, не будет. Да, он жестковатый, твердый. Там стучит. Вот такой вот, в общем, результат. Я надеюсь, хоть чем-то был полезен. Может быть, вам не придется экспериментировать с этим. Как бы вот так. Но все равно идея интересная, что из жидкого ПВА-клея сделали вот такой вот тверденький квадратик. Если понравилось, палец вверх, пишите ваше мнение. Вам желаю крепкого-крепкого здоровья. Ну и всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.